В Славянске жители прощались с Романом Напрягло, 20-летним морским пехотинцем, который погиб от пули снайпера 26 февраля. Роман родился и вырос в Славянске. Около года назад пошел служить, проходил службу в районе Мариуполя. В местном дворце культуры провели прощальную панихиду, на которую собралось большое количество людей. После того траурная процессия прошла к центральной площади, где все желающие могли проститься с погибшим бойцом. О Романе вспоминают его друзья. С Романом мы познакомились еще під час того, как Славянск был окупований. И тогда мы были своєрідними такими підпільниками. Потом нас звільнили, и Роман один из первых разом с нами став до лав боротьби тією людиною, яка почала досить інтенсивно, масштабно допомагати військовим, допомагати десь у відновленні міста. Парень, він був отличний, він ніколи не відказував в помощі, завжди допомагав, якщо щось треба. І допомог йому в цей раз, коли його побратима ранили. Он не побоялся, пошел вытаскивать и сам получил пулю, к сожалению. Несмотря на то, что Роман воевал около года, не все друзья знали об этом. Я узнала об этом осенью, о том, что наш Рома служит. А некоторые узнали об этом в воскресенье, когда увидели, зашли в соцсети и увидели эту страшную новость о том, что Рома больше не с нами. Несмотря на это, Рома всегда останется в наших сердцах. Романа похоронили на центральной аллее городского кладбища.